отдых в нашем отеле навсегда останется с вами. Новый год, отпуск, командировки, проведенные здесь, будут незабываемыми. Вы даже не захотите возвращаться домой. Так, кто писал этот текст? Ольга Дмитриевна, это все сценаристы. Говорят, как просили, так и написали. Точно такой же текст, вот у наших конкурентов. Переделайте. Разумеется, как скажете. 5 минут перерыв. Ой, отойдите, пожалуйста. Анечка, вы понимаете, мы идем впритык по всем срокам. Нас вот поджимают со всех сторон. Я надеюсь, с концертной программой у нас все в порядке. Все новогодние номера готовы? Разумеется, все готово. Смотреть будете? Господи, ну давайте. Серьезно? Ну так год свиньи же, и к тому же это просто поросенок. А кто убирать будет за этим поросенком? Они сами все уберут. Ну смотрите, а то у нас так тут всех уберут. Сам меня нашел. Говорит, это магия. Слушай, а предложи-ка ему поколдовать тут еще пару месяцев. А может быть, лучше мы устроим съезд иллюзионистов? Здесь, у нас, в отеле. Отличная идея! Я сейчас не сказала. Что бы ни напридумывали эти сценаристы на пару с маркетологами, все это рекламная мишура. Главное, что каждый наш клиент – это в первую очередь наш гость. А гостям нужно относиться так, чтобы они всегда захотели вернуться. Я поняла. Ну так действуйте. Приготовились к съемке. Камера, мотор.